Що це могли бути за дрони? Звідки їх могли запускати і яка мета? Ну, по інформації росіян, ті, які понаходили, по крайній мірі, остатки цих дронів, це нові дрони, їх раніше нігде ніхто не бачив. Це дрони где-то 4-метрові, схема утка самолітного типу. Двигатель на топливе, то есть внутреннего сгорания, дальность до 1000 километров этих дронов, в зависимости от, ну, по крайней мере, исходя из мощности двигателей и топлива, которое там есть. То есть дроны могут доходить до 1000 километров. Это такого же самого, такие же дроны атаковали Краснодарский край недавно. То есть можно сказать, что скорее всего это все-таки наша работа, работа наших сил дальнего реагирования, если так можно их назвать. То есть по Краснодару мы уничтожали там топливоприемники, военные объекты. Ну и здесь та же самая картина. Дроны, больше десятка дронов шло на Москву по военным объектам. Москва — это, ну, чуть ли не половина, в районе Москвы половина производства высокоточного оружия. Москва, Дубна, то есть весь этот агломерация это большая. Там очень много военных объектов, потому, скорее всего, это попытка наших служб уничтожить военные объекты. А дроны начали сбивать систему ПВО России, естественно, оно все начало падать на Москву. То есть и на Рублевку, и на пожилым кварталам, это уже вместе с противоракетами российскими, которые пытались уничтожить эти дроны. Вот Москва получила примерно, ну, еще маленькую толику того, что получил Киев. Я думаю, это всего лишь 1%, но это только начало. Очень много военных объектов в районе Москвы, и именно там производятся, именно в московских, на московских военных заводах производятся те ракеты, которыми Россия обстреливает, россияне обстреливают Киев и Украину. Потому уничтожение этих военных заводов — первоочередная цель вот такого рода атак. Романе, це таке співпадіння, що саме після такої другої поспіль доби обстрілів української столиці дрони невідомо звідки, невідомого походження, тому що ми знаємо, що українська сторона, не принаймні зараз, немає такої заяви, що визнає, що це українські дрони, отак от налетіли на російську столицю. Чи це була завчасно запланована акція? Ну, нам точно не треба це признавати. А зачем? Для чого? Якщо виконується атака на военные объекты, это ж хорошо. Это может быть, допустим, работа наших партнеров, в том числе. У нас очень много партизан в России, которые выполняют задачи. Кстати, сегодня сошел поезд с топливом. Это как раз топливо для армии в России. Также не просто так такого рода схождения происходят. То есть главное само выполнение задачи. Идут атаки на военные объекты. Я думаю, это спланированная акция. Дело в том, что не акция, это спланированная задача. Все в рамках общего наступательного плана весенне-летней кампании 2023 года. А план никто не меняет. То есть он, когда расписан, разрисован, подписан и скреплен печатью, то после этого уже его менять никто не будет. Потому я не думаю, что это там в счет чего-то. Тем более, за последние несколько недель было уже больше, почти два десятка атак по Украине широкомасштабных, потому здесь уже привязываться нет к чему-то. Но главное, самая основная задача – уничтожение военных объектов, тех объектов, которые производят ракеты, которые идут по Украине. Ну а это все сопутствующие вещи, они сами сбивают эти дроны. Надо было пропустить эти дроны, они бы дошли до военных объектов, поуничтожали бы их, и никаких проблем у москвичей бы не было. Начали сбивать над Москвой, ну теперь это уже их проблема, пусть они с ней борются. Тобто ви зауважуєте про те, що ціль цих дронів не жилі квартали, не там будинки, не росіяни, а саме військові об'єкти. Я думаю, що в контексті того, що у нас є і глядачі, в тому числі ми бачимо по коментарях, що ймовірно з Росії, то це такий важливий аргумент, що ціллю для Києва звичайні люди не є. Так і є. Діло в тому, що воєнні ніколи не будуть ставити ціллю. Це ми ж не росіяни.
Мы нормальные офицеры вооруженных сил Украины. Мы не будем себе целью ставить мирное население, гражданское население, не комбатантов. А тем более у нас очень мало средств поражения для того, чтобы тратить, допустим, наши дроны по жилым кварталам. Смысла нет. Нам надо уничтожить военные объекты. Их очень много. У нас нет столько дронов, сколько есть военных объектов в России. Потому однозначно, даже исходя из этой парадигмы, нам важно уничтожить именно заводы по производству, особенно высокоточного оружия. Это уровня тех же кинжалов, калибров, Х-101, Х-555. То есть вот эти все ракеты, они производятся в Москве, под Москвой, потому первая цель – это они. Но еще раз повторюсь, сопутствующие вопросы – это уже больше проблемы к российской ПВО. Вот это ее уже работа, и эту работу москвичи на себя принимают. И тогда мы еще говорили неоднократно, когда они расставляли панцири на крышах московских высоток. Панцирь у нее дальность 15-20 километров. То есть он будет сбивать, если он стоит в центре Москвы, он все, что он будет сбивать вместе со сбитым и с ракетой, с противоракетой, будет падать по мирному населению. Потому это просчеты Министерства обороны Российской Федерации, что они ставят в центре Москвы ПВО. Пане Романе, а скажіть, а взагалі, коли ми бачимо в новинах про те, що десь там один дрон залетів, Москва, там, Підмосков'я, а й коли ми бачимо про те, що там масована атака дронів, коли йдеться про 5-10 і більше, як, за яким принципом це працює? Які це дрони? Ударні чи ні? Чи є серед них, наприклад, розвідувальні? Чи коли така кількість дронів іде, це означає, що розраховано на те, щоб російські ППО не якісь відпрацювали, а інші, щоб мали шанс, можливість долетіти до цілі ураження. Приблизно, які це можуть бути плани операції, як на це просто дивитися, коли ми читаємо в новинах, як це пробувати аналізувати? Дело в том, что дрон, когда идет, он, если уже забит на точку удара, это в основном боевые дроны, практически все боевые дроны идут волной. Волна, она рассчитана на то, чтобы присытить систему ПВО противника. Присытить – это значит, ну пусть даже половину дронов будет сбита, половина пройдет. То есть именно в этом и заключается именно волновой такой характер массовой атаки дронов. Но разведывательные дроны, они не идут с волной. Разведывательный дрон либо висит где-то рядом, вдалеке, и смотрит. Но оптимально разведывательный дрон перед этим проходит. Один, два, по одному. Вот мы видели, слышали в последнее время. То есть по одному дрону заходило в сторону Москвы. Они определяли цели, привязка к местности, а дальше маршрутизаторы пролаживали маршруты и запускали уже вот волну дронов, которая шла по военным целям. И вот волной, пусть даже они часть сбивают, но часть однозначно проходит, потому я думаю, в ближайшее время мы узнаем, в конце концов, почему попали реально те дроны, которые должны были пройти. То есть из прошедших. Ну, а те, которых они позбивали, ну, вот это подарки москвичам. Но уже от Російської Федерації, від вооружених сил Російської Федерації. Романе, а взагалі звідки ці дрони могли запускати? Ви згадували раніше про партизанів в Росії, але уявити таку кількість дронів і партизанів, які саме з території Росії, по Росії ж запускають їх, ну, напевно, складно. Чи це можливо? Чи звідки ці дрони могли летіти в Москву та Підмосков'я? По той информации, которую, по крайней мере, сами россияне и выдают в пабликах, а это можно доверять, потому что там прямая информация, привязка к геолокации есть и понимание процессов. Там эти дроны с дальностью под 1000 километров. Под 1000 километров зависимо. Ну, то есть видно по топливному баку, по двигателю, который с определенной скоростью выедает топливо. То есть до 1000 километров они могут лететь, до Москвы 500 километров. Потому с любой точки в радиусе 500 километров Украины это можно совершить пуск этих дронов. На это практически пол Украины. Потому здесь с любой точки практически севера-востока Украины можно достать до
России этими дронами. Тем более эти дроны раньше нигде не замечались никем. То есть это какая-то новая партия, если это наши дроны и наше производство, это значит Укроборонпром запустил новый вид дрона. Вот его такой же самый россияне показали, атака была по Краснодарскому краю, по нефтеперерабатывающим заводам. То есть хороший дрон, и даже до Краснодарского края под 500 километров. То есть, скорее всего, так и есть, до 1000 километров этот дрон может пройти. Но у него взрывчатки он может нести где-то в районе 20-30 килограмм. Но эта взрывчатка может быть разного уровня, то есть либо стандартный боезапас там, с оперением, допустим, те же выстрелы к РПГ, либо взрывчатка контактного типа, тротиловая или другого типа такого уровня. Но около 20 килограмм тротила дрон может нести, плюс сам по себе дрон 4-5 метров размах крыла. То есть это довольно-таки большая машина, и она сама по себе также является такой боевой частью, когда падает. Если в режимі камікадзе работаєте, а не в режимі возвратного дрона. Дякую вам за перегляд цього відео. Обов'язково поставте лайк, пишіть коментар, підписуйтесь на цей канал і до зустрічі вже в новому відео.